Ничего не произошло. Зарплату обещали до 10 марта. А пока еще не 1 марта. Так что проблем нету, и я уверен, что никаких проблем не будет насчет этого. А почему вы видите на игре? Саботаж не на руку нам. Почему тогда сейчас, на данный момент, проблем нет? Как нам обещали до 10 марта или 13-го, так и получим, и я уверен, что все так и будет. Я не знаю, больше времени, да и сказали, что урок, я не говорю, это сабодо, и мы сейчас будем отчимать, он так все зьянды. Это было деньги, чем я не буду, он еще не помашал. Алла, то есть, интернет, Əvvəlsən, futbol türkləsi təbii gələn qədərin məsələtinə Qarabağı məlumud etmək və yaxud da bu komandadan xal almağı desəkdir, deyə bilərmi? Söhbət burada baş məhçilərin taktiki savaşından gelir, yoxsa psixoloji hazırlığı vacib olur? Если успеем, сказали, будет 28-го. Не успели, значит, будет 10-го. Этого я уверен на 100%, что так будет. Если не будет, вы первым узнаете ответ. Onlar bilinci bir dəqiqləşdirim, 28-dən demişlər, çatdırma, çatdıra bilmədilər və dedilər ki, onuna qədər, onuna qədər olmalıdır. Və mən buna 100% əminəm.